Приветствую всех, дорогие друзья, на моем канале. С вами Марс. Мы продолжаем проходить этот замечательный мод. Проблему с роликами я не нашел решения, к сожалению. Они записались, конечно же, звук там на записи подлагивал точно так же, как и у меня. Но мне кажется, это не критично, поэтому, пожалуй, оставлю все как есть. О, грибы. Так, я понял, какие грибы мне надо искать. Хорошо. Зачем я это делаю, не знаю. Дали квест, надо его сделать. Тем более, все тут вроде рядом. Со входом. Почему бы и нет? Тыквы, грибы. Все дела. Как это? Мара? Нет. Дебелла. Давно, давно я уже не бывал на просторах Скайрима. Уже все позабывал, к чертовой матери. Вау. Хо. Вот это хорошо. Вот это мне понравилось. Я еще не собрал тыкву. Я просто предчувствую, что это переход на другую локацию. Да, так и есть. Сейчас пройдусь, посмотрю, может, я что забыл. Ну, собственно, ни тыков, ни грибов обнаружено больше не было. Уже вечереет, ну его нафиг. Пойдем-ка в опасное подземелье. Да, там. Я себя куда уютнее чувствую в окружении древних стен и неизвестных противников. Сейчас посмотрим. Но, кстати, грязевой элементаль в конце прошлой серии мне понравился. Довольно крепкий малый. Итак, куда это мы попали? Металл древнего народа, миска древнего народа, кубок древнего народа. Ёб твою мать, блядь. Гх, неважно, ладно. Надеюсь, на ютубе не очень это все темно будет. В момент, когда я записываю данный ролик, как раз монтируется видео, первая серия. Так что пока, как оно будет на ютубе, не знаю. Но довольно темно, подозреваю. Так. Чё ты тут отдыхаешь? Фу, блядь, опять человеческое мясо. Ну ёбжешь твою мать. Держи обратно. Еще амброзия, между прочим. Старый меч. Монета какая-то древняя. Видимо, левелап. Или так мы прокачиваем статы. Да, наверное, запас сил. Потому что с запасом сил вообще тоска, печаль, беда, расстройство. Старый меч по урону такой же, по весу тяжелее. Да, пойдет. Мне больше нравится, на самом деле. Солнечный берег. Пока выходить не буду. Ну, это очевидная ловушка. Эй, как дела? Давай. Тю, довольно легко. И чё ж ты тут прятал? О, одеяние бродяги. Рюкзак. О, детали. Интересно, для чего это? Еще один лук. Стрелы. А где сам бродяга? Вот это все, что от него осталось, видимо. О, подожди-ка. О, так у него тут кираса.
Ёпта. Да, текстуреньки-то и правду поменяли. Так. Чего, подожди-ка? Это двемерский сундук. О, туда надо залезть. Определенно. Скелет ничего не имеет против. Милость. По-моему, точно такой же, как у меня есть. Сейчас посмотрим. Вкус пламени. Да, милость точно такая же, как и у меня. Досадно. Ебать, кости там что-то дерутся все еще. Че ж вы с троллем-то не дрались? Наверх, увы, не залезть. Ну ладно. Сейф. Поехали дальше. Братаны. Ладно. Тут довольно-таки уже стрёмненько. Псина. Не, боевка мне нравится, вообще огонь. Ну вот, собачье мясо можно брать. Ну скажите, ну ведь можно, это же не человечина. Я же все еще не такая сволочь, как был раньше. Вот я себя так утешаю, не обращайте внимания. Суровые бои требуют тактики. Контратаки, блядь. Что там за суровые бойцы, блядь? Суровые бои, суровые бойцы. С кем? Блядь, волки. А, вот, вижу волка. Так давайте на нычку его, на нычку. У меня есть суровая тактика, специально, блядь, для таких боев, сука. О! Смотрите, блядь, суровые бои. Тактика, нахуй. Да, блядь. Побеждает не тот, у кого острые клыки, а тот, у кого острый ум. На, падла. Победа, блядь. Что-то музыка громковатая. Что-то волчары наигрались уже, по-моему. Дело сделано. О, волчья шкурка. Отлично. Сейф. Осмотреть подозрительную насыпь. Ну, благо лопата у меня есть. Вы чё, серьезно? Как в Фейбле? Ученика магии света. О, да-да-да-да-да. Это мне пригодится. Костяная мука. Ну, видимо, лопата у меня уже есть, но давайте возьмем еще одну.
Том заклинаний. Кубок. Ну вот я и прокачал самолёха. Блин, прикольно, как в этом, как в Райзене. Как в Фейбле, как в Райзене. Место для отдыха. Обнаружено новое место. Сомневаюсь, что оно хорошо подходит для отдыха. Пила. Кольчужные ботинки. Блять, темно, как в жопе, но тем не менее я что-то различаю. Потихоньку одеваюсь. Старая кастрюля, кирка. Кирка. Неважно, неважно, господа. Блять! Крабик! Чё-то ты меня прям вообще не радуешь на самом деле. А, кстати, карта. Миника. Вау. Вот это да. А можно просто подождать? Нельзя просто подождать, сука. И наверх мне никак не подняться. Наверняка. Ладно, пойдем по пути приключений. Может, что интересное и надыбаем. Может, грибы найду. Слышу, Нирн поет. Череп опять же. Ученика магии света. Опять же. Блин, а я не помню, как эта штука выглядит. А вот она. Оно в еде. То есть еще прокачал. Окей. Ну, тут довольно все странно. Все валяется просто вот на полу. Сейф. Не хотелось бы прийти в какой-то бандитский лагерь, чтобы мне там еблище поломали. Что ты, блядь, такое? Ну оно вроде не враждебно, но что это, блядь? Господи, иди ты нафиг. Now would you look at that? I knew I'd seen someone scrambling in the mountains. What brings you here, my sir? Долгая история. А где я и кто вы? Who am I? Finn Delirez, Apothecarius by my path. Pleased to meet you. And you are at Suncoast, in the south of Enderal. Where are you from? But wait, don't tell me. I know that accent. Nerim, isn't it? I... There we go. Everything's locked up. At least for the night we should. Wait a second. Who's that? Just an adventurer on his way. No reason to worry. No reason to worry? For heck's sake, Finn. How do you know that this guy isn't with the bandits? You said you'd call me if anyone showed up. And now you're standing here, having a chat with him as if this were the bathing house of Ark.
Lo and behold, we are still alive. Now, is there anything else, Carbos? I've got my eye on you. Touch any of our stuff, and you'll regret it. Unbelievable. May I present Carbos as he lives and breathes. Sorry about that just now. That's just how he is. In any case, if you don't need any more help, I'd suggest you move on. Follow the way east behind the dam house. It'll lead you to a village called Riverville. Ah, here, take this. Truth be told, you don't look so healthy. Your eyes. Ah, well, whatever. Что с моими глазами-то? There's something peculiar about you. I don't know how else to say it. I would examine you myself, but we don't have the right equipment with us. So if I were you, I'd ask a priest in Riverville to have a look at you. Who knows? Maybe you caught something in that temple. Я понял. Тут какое-то знание. Расскажи-ка про регион. There's something. Who knows? Maybe you caught something in that temple. Well, what can I tell you? This is the Sun Coast, in the south of Enderal. A pretty peaceful area. Except for all the animals and bandits that have recently started going crazy. And, well, that's pretty much it. I think you should ask the people in Riverville if you want to know more. They certainly have some stories to tell. Ну, в общем-то, я тебя понял. Есть какие-то места, что могут заинтересовать искателя приключений? To an adventurer? If you ask me, what you need before you adventure anywhere is some good old-fashioned shut-eye. But yes, there are some places. The Three River Watch, for example, right there below the Stone Arch. It was once an old trading post, but now it's full of shady characters. Ah, and there's also a big Pyrian ruin south of it. Я понял. By the Black Guardian, you really are an outlander, aren't you? My path is... Well, it's just my path. My role designated to me by Malthus. A kind of calling, if you will. Что это значит? Кто такой Мальфас? Что боги определяют твою профессию? Как это? Not exactly. Malthus designates our place in society. Generally the same one our fathers and forefathers occupied. I walk the path of the erudites, and there's also the manufacturers, the sublimes, and, of course, the pathless. Within these roles, we are free to choose a profession, but certain vocations that are available to an erudite are not permitted to a manufacturer, which is one path below. However, below does not mean that it is in any way inferior. Everyone on Enderal does what they do best. And who would know better than the gods what exactly that is? Довольно интересный подход. Well, I didn't come up with it. Ладно, не буду я больше с вами. Это самое. Don't mention it. I wish you a quick recovery and safe roads. Walk blessed. Carbos, do we need the still tomorrow? Or can I clean all the tools? Blazes, Finn, I'm playing. Don't bother me. I guess that means no. Повысилось на 15%. Охуеть. By the righteous path! What happened to you? You look as if you've met the Black Guardian himself. Что это значит вообще? У меня какая-то лихорадка. У тебя есть какое-то лекарство, блядь? Fever? Well, there could be many causes. Wait a moment. I think I still have some grunt root.
That should be enough to ease your pain, at least for now. Take a seat at the fire. The warmth might help you. Oh, so now we're brewing potions for complete strangers. Well, if the strangers are about to die of fever, then yes. There was that oath we swore once, remember? To help the afflicted, to... Whatever. Thank you. Gruntroods, Gruntroods. Ah, here we go. Сейчас он кое-что приготовит, видимо. So, let's see. Sheer cup, some water. Ha, done. I can't make any promises, yes. But... Finn, the still. Explosions. Do something, damn it! Sod it! Why really have to watch every step you take? That was a fucking close call. Hey, I'm sorry, alright. We'll pick up a new one in Ark. Yeah, and you're paying for it. Here I thought this bloody day couldn't get any worse. This day isn't getting any better. Here, drink this. It'll help you. Прошу прощения, пришлось отойти. See, you already look a lot better. Still, you should let a priest take a look at that fever as soon as possible. The grunt root potion will wane in a few days. Да, спасибо. А черт побери, что здесь произошло? You mean the still? Bad quality and too much heat, I'd wager. But yeah, whatever will be, will be. Но взрыв, голоса, ваши голоса. Explosion. I'm not sure I follow. Ну это я, короче, брежу видением. Finn Dalarys died in 8234. Cause of death, exploding still. Ha ha. Look, I really don't know what you're talking about. Maybe... Wait a second. What was that? Чё там? Опять какая-то странная хуйня? I could have sworn I saw something moving over there. Чё, драконы? Oh, shit! Стрела. Карбос! They've hit me, Finn. Those bastards. They've hit me. Дайте я встану, ёпана мать. Карбос! Уехал. Do something, damn it! Do something! Бля, вот это похоже на взрывной болт. Ну или даже на фаербол. Ну чё? Now would you look at that? Our mysterious survivor has awoken. Где я? Кто ты? Jaspar Matumiel Delveric. Jaspar for short. And you, my friend, are in my very own campsite. And before you ask, yes, the bandits killed both of the apothecary. The only reason you're still alive is that the impact of the explosion threw you right into a thicket. Luckily enough, most of your injuries are only superficial. And I've already taken care of them. Your fever, though, is an entirely different story. Спасибо. Моя лихорадка? Что ты знаешь об этом? Yep, quite a lot, actually. You're suffering from first-degree Arcanist's fever. I'm quite surprised that the old apothecarius didn't see that, to be honest. You're suddenly capable of doing things you previously knew only from the bard songs, right? And you're feeling unusually strong and dizzy at the same time? No, you're not. While drinking herbal potions leaves a, well, kind of a bitter feeling in your head. Yep, your magical talent has broken free inside you. I don't have any myself, but I've worked together with enough arcanists to know the signs. Simply put, what's happening is that your body can't cope with the magic.
This isn't much of a problem at first, but if you don't do anything about it within the next couple of months, you'll find yourself running through the Heartland naked, throwing fireballs at everything that moves. You'll lose your mind, to speak plain and all. Ну я понял. А вообще это лечится? Yes, of course. Though someone who's magically gifted will always react differently to certain situations than someone who isn't. As I said, some herbs will always worsen your fever, as will magically contaminated areas. А что насчет видений? Visions? Ну ладно, не парься об этом. Так что я могу сделать с лихорадкой? Кто может ее вылечить? Are you sure? The Andralian spider plague is known to cause visions in the infected. And if that's what you got in that old temple, you should start digging your grave. Because your body parts will start falling off in a few hours if you don't do something about it. Так где мне найти сраное лекарство? Nowhere. Because that plague doesn't exist. I have Дебил. No idea what kind of visions you're talking about. Since the only visions I know of are those that come along with a good pipe of peaceweed. But your reaction shows that you were trying to keep something from me. And that's not a good idea if you want my help. You know what? Someone has to take care of your fever. And as it happens, I know someone who could. But in return, I want you to tell me everything. How did you get here? What did you do in that temple? And what exactly did you see in those visions? I can't put my finger on it, but there's something strange about you. And that makes me curious. So, healing for information. What do you say? По рукам. Then shoot. I'm eager to listen. Но эффекты огонь. Мне все. О, наконец-то рассвет. My condolences for your loss. Какой утрате? So that means you somehow survived this execution. And before you got washed ashore, you had this what, this dream? In which you saw burnt bodies in a blinding light. Ну, это было не просто видение, а как будто воспоминание. Храм был точно такой же. Понимаешь, что я имею в виду? Как дежавю. I hope so. So your magical outburst didn't happen slowly, as it usually does, but all of a sudden after this near-death experience. And with it came these visions. Верно. Interesting. I guess you know how absurd all this must sound, but somehow I believe you. Heck knows why, but I do. So, that means I'll introduce you to my employer. If anyone can help you, it's him. There is, however, one thing with which I could use a hand. The sooner we get that done, the sooner we can start our journey to Ark. Давай, я помогу тебе. Splendid. There are some things that need some explanation before we can get started, however. Where should I start? I take it you've noticed that in the past 2.5 years, this world has fallen into political chaos, right? Civil wars, usurpers everywhere, you name it. Я был где-то вот в этом районе, недалеко от озера. Либо вот здесь, либо вот здесь. Нас там наебошили бандосы. And even though Enderal isn't directly affected by... Huh? Завязывай. The strangest thing, however, is what they call the Red Madness. Yeah. It's some kind of... He was drunk, but the... Now, that and the fact... Давай пойдем уже куда-то. And just 3 days... Блять. Right, you're not from here. Вот этот пиздеж, это прям... You can imagine the kind of uproar that caused. I guess you could... They want to know how... And also, if there's a discernible pattern to how this... True. So it's quite possible we could find some clues around. Well, for starters... Secondly, I myself... Here, this is... And if there's nothing else... Все, закончил? Заебись. Отлично. Ага, то есть мне нужно собирать знания. Ладно. Until 2 years ago, there were rather rare magical phenomena. Treasure. Let's just say, I help people to fulfill certain materialistic desires. Maybe. But let's save the socializing for later, okay? Usually I am always. Ладно, хуй с тобой, золотая рыб. Нихуя себе. I'm
for a good talk, but for now, let's focus on the mission. Да, музыка тут меняется ощутимо. Ёб твою мать, блядь! Пипец. Камни так лениво катились. Аж прям что-то не оценил. Внимание! Граница охраняемых земель. Никакой защиты против безумных. Ага. Остерегайтесь нападений. Я понял. Охуеть. Но мы все равно туда пойдем. Давай-ка отправляйся в ад, братишка. Железные перчатки. Отмычка, стрелы, старые боты. Но пока мне позволяет, в принципе, вес таскать всякое, я буду таскать всякое. Откуда он взялся, интересно? Сзади прибежал, что ли? А хер его пойми. Это очень сильно мне напоминает Обливион. Я не знаю, кто там, но явно враг. И он один. Бандос. Сука, довольно меткий. Ох уж эти разбойники. Давай часочек отдохнем и продолжим путешествие. Не знаю, прикольные ребята, довольно жирные. Думаю, стоит продвигаться вот туда, вот в сторону крепости. Тут еще, смотрите, какие-то развалины. Ну и понамать, все так интересно. Блять, паук! И не один.
Нихера себе. Нихера себе, пошел ты нахуй. Еще и обосрал меня. Ну вот не мудак ли он после этого? Чё-то я чувствую, меня могут отыметь в этих лесах. Причем довольно быстро. Какие-то жесткие пауки, блядь. Ну да ладно. Я ведь искатель приключений все-таки. Мне не привыкать. Отправляйся в ад, тупая сука. Ну ладно. Каждое сражение тут может стать последним. Это факт. Это необычный Скайрим. Это я уже тоже уяснил. Смотрите, там на холме кто-то стоит. Или там травка растет, или там кто-то стоит. Нет, то травка. Давайте что-нибудь сожрем. А у меня там было какое-то зелье, вот типа такого. На 21%. А где это посмотреть? Моя лихорадка вот эта вот какая. Ну, она как бы вот она есть. Ну фиг знает. А вот есть кнопка, да? Угу. Вот она, чародейская лихорадка. Моя мана, мое хп. Очков воспоминаний 1, очков крафта 3. Обучение 3, уровень 2. Класс искателя приключений. Все чертовски поменено. Смотрите, крафт, карманная кража, риторика, ремесло. Все по-другому. Да, система кардинально поменялась по сравнению со Скайримом. Чё тут у нас? Опыт. Опыт пытался съебаться. Опыт не съебался. Много крови. Интересно, кто же их тут похавал? Старый лагерь трех рек. Ага. Троллюшка. А троллюшка меня, видимо, поломает сейчас, как тузик грелку. Да.
достает. И он меня, походу, может убить. Кроме этого, он нихерово так регенерирует. Вот сука. Надеюсь, ты там залагаешь. Нет, смотрите. Блять, лучше я его, наверное, в покое оставлю. Он какой-то конченый. Там еще и волки. И волки убежали, блядь. А я сейчас натравлю одно на другое. Не, волки не подходят к троллю. Как мне тебя убить, ублюдочная? А, ладно, пошел ты нахер. Ты плавать-то не умеешь? Не умеешь. Вот и хорошо. Разбойники, блядь! Из огня да в полымя! Вот сука. Ну ладно. Я, конечно, тяжело ранен. Но это... Ничего. Ничего с этим не поделаешь. Где этот уёбок? С топором. Больной, сука, на всю башку. 6, 5,
мои мечи по 4. Возьму, пожалуй, топор. Сейф. Чё они тут натворили, эти твари? Ученика алхимии. Схема. Железный боевой молот. Я так понял, крафт тут тоже выглядит по-другому. Так, писчан. Давайте попробуем восстановиться. Прекрасно. Кольчужные перчатки, то что надо. Кольчуга, железный щит. Вот это да, вот это прелесть. А у меня перчатки сколько дают? 9. Эти 6. Да, я, пожалуй, железные одену. Отлично. Очень даже. Так, что же они тут награбили? Внутри никаких сундуков нет. Ладно. Хер бы с ним. Маяк все-таки на том острове. Давайте сделаем сейф. Посмотрим, что здесь. Мне это место кажется довольно знакомым. Не знаю почему. Такое чувство, как будто я тут был. Уже раньше. Ну, вряд ли. Слышу волков. Курка. Отлично. Нет, я тут не был точно, но я вот тут вижу знакомый гриб. Да, этот мир исследовать довольно-таки интересно. То есть можно найти всякие приколюхи. Вот эти бандиты повсюду. Плюс, как вы видите, модельки стандартные, они были переработаны, укреплены. То есть вроде все узнаваемое, старое, скоримское, но... как-то переделано, но чувствуется, автора вложили душу, к тому же дизайн просто превосходный. Это чувствуется по-другому, игра чувствуется иначе. Я даже вот не знаю, я хожу кругами, не знаю, что мне нужно. Просто глаза разбегаются. Там какая-то могила. Так и есть. Твое имя свято для меня. Давайте выкопаем. Да, раскапывать могилы это не очень этично, но что поделать.
книга по метаболизму, по ремеслу, захват душ, флейта и череп. Я возьму, пожалуй, только книги. Все остальное мне не понадобится. И давайте-ка дойдем куда-нибудь. Я вот хотел посмотреть, что это за камень. Значок, как у камня-хранителя. Сейф. Опять бой. Опять волки. Только на этот раз трое. Три особи. Только запас сил. Больше ничего пока. Так и чё ты, блядь, хочешь от меня? Да я уже понял, где смотреть. Так, вот тут какая-то ферма. Сожженная, видимо. Да не нужны мне настройки. Старый фермерский дом. Напоминает, кстати, мой. Ну, то есть, дом того мальчика. Кажется, что это, ну, вряд ли это кошмар ГГ, хотя, кто его знает. Так, вам нужны три вещи для создания предметов Эндерали: схему, ингредиенты и рабочее место, например, кузница. Созданные предметы обычно сильнее обычных, а иногда особенно редкие артефакты могут быть только созданы, а не найдены. Маленький рюкзак. Полоски кожи. Винище. Кольчуга. Они называли меня мясником. О, вот это уже похоже на историю. Потом почитаю, когда буду монтировать. Следуй за огнем. Блин, это все чертовски интересно. Без шуток. Я не ожидал, что встречу подобный мод для Скайрима когда-нибудь. Я думал, все будет такое нишевое, любительское, забагованное в говнину. А тут... прям... душа радуется. Какая большая книжка. Очешуеть. Но судя по строению, по коротким концовкам и небольшому, это был ребенок. О, только учить меня взламывать замки не надо. Вообще а-ля Сузабен, сейчас меня еще начнут учить, опять три волка.
Странный шум исходит из дна колодца, кристально чистый магический чего? Я потом туда загляну. Что-то мне кажется, что меня сейчас что-то затянет внутрь, и я не хочу. Я еще дом не до конца осмотрел. Вот железный меч, ботинки. Бочка. С деталями. Я не знаю, зачем эти детали, но я их буду собирать, потому что надо. А, железный меч. Соль. Да уж. А ладно, давайте посмотрим, что там в колодце. Просто времени-то уже почти час. Опять как-то незаметно все прошло. Посмотрите внутрь шахты. A grass-colored stone. Bring me back this, so I shan't be alone. Bring my heart back to me. Чего? Найти все колодцы желаний и вернуть им потерянные сердца. Не совсем понятно, о чем речь. А это что за квест? Прочтите все книги про мясника. Какие-то сайды собирательские. Не очень люблю собирательские сайд-квесты. Отвращение к ним у меня возникло после дополнения Даунгард в Скайриме, когда надо было искать чертовы рукописи, чтобы игра не вылетала. Забыл уже, как этого дебила звали, но не суть. А тут у нас что, шахта? Похоже на то. Гвозди, пила. Пила у меня уже есть. Внутрь заходить неохота. Пойду посмотрю, что за камень. Что тут за Стоунхендж? А, скелеты, ёб твою мать. Сейчас я, походу, уеду. Тут еще один вот есть. Два. Хуёво. Сука. Его стрелы тупо залетают. Надо лечиться. Надо лечиться. Дело дрянь. Да он пробивает сквозь щит. Похуй ему. Сейв. Пойдем полутаем вот этих. Пиздец. Сраные скелеты. Хер победишь. С чем он? Он с колуном, блядь, на меня и шел, понимаете? Где последний? Не, хуйня. Он меня зарежет сейчас, кибени матери. Он хоть не регенерирует? Ну, вроде нет, и то слава богу.
На самом деле я их убиваю во имя мести. Вот больше не во имя чего, только во имя мести. Милость. Про защиту. Вот про защиту это хорошо. Не зря зашел. Фу. Япона мать. Ну вот посмотрите, там бандосы. Они кого-то ожидают прямо на дороге. Это ведь бандосы. Я более чем уверен. Да? Нихуя себе, блядь. Не надо. Не надо, блядь. Конечно, блядь. Всем нам рано или поздно придется за все заплатить. Не сомневайся. Эй-эй-эй. Ее грызет лиса. Блядь, теперь меня будет грызть лиса. Хорошо. Пошел ты нахуй. Я ведь рано или поздно тебя изобью. Неужели ты не понимаешь? Там еще два. Давайте-ка выпьем зелье маны. Попробуем восстановиться. Кроме этого, что у меня тут по 6, 5, но они при этом легкие совсем. Как оно на мне будет смотреться, интересно. Да, ничего так. Кольчуга 20, а это 19. При этом кольчуга весит намного больше. Оденусь, пожалуй, в легкое, потому что гладиолус, блядь. Сука, твари, я просто в шоке. Чё их всегда так много? Где, кстати, тот отъехавший гражданин?
Я вам пришел приблизительно отсюда. Вот раз, вот два, вот три. Гражданин с двуручным молотом. Это шлем? Это ж, блядь, кастрюля. Ну ладно. Молот я твой тоже возьму. А нет, смотри, это и вправду шлем. Охереть. 13, мой 11. Но при этом мой легкая броня. Оставим, пожалуй, легкую. И пойдем мстить пидорасам. Блять. Я и забыл. Давай, братан. Удачи тебе на том свете, блядь. Тварь грёбаная. Фу! Чё тут за тусняк? Я так понял, вот такие вот мелкие лагерьки бандосов, они по всему этому раскиданы. По всей локации. Вернее, по всему острову. Призыв призрачного волка. Вот это нормально. Вот это даже очень неплохо на самом деле. Золотая чаша, камень света, травы, верни мне все это, чтобы мне не быть одному, верни мне мое сердце. Какая-то загадка. Призыв волка. Давайте отдохнем часочек. Фу, ну это довольно-таки непросто. Это довольно-таки весело, господа. Что ж, всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока. Мне нравится этот мод.